Добрый день, дорогие друзья! С вами снова фирма Питерсон в полном составе. Эй, зверюга! Рекс! Пойдем на дачу. Пойдем. Забыл, надо было ключи взять, чтобы он там побегал. Ну, он здесь любит. Тут такие вот заросли образовались. Теперь... Сегодня еще раз выпал снег и отличная солнечная погода. Так, правда, приходится пробираться так-то. Так, моя сараюшка стоит. Ух ты, как склонились ветви-то. Ну, не достают до моей будущей стройки. Скоро, друзья мои, мы с вами начнем строить. Это однозначно. Так, там елку сломала. Надеюсь, ничего не повредила. Так, хорошо, я прям уже не дождусь. Так, хорошо. Я не знаю, видно ли вам, скорее всего, нет, что снег на солнце блестит. Очень красиво. Морозно немножко, минус 6. Отлично. Так, я, в общем-то, решил сегодня собаку поснимать. Так смешно, когда он в снегу кувыркается и ищет что-нибудь там. Вон, видите. Зачем снег жрешь? Кусок льда, наверное, хватило. Он красивый и смешной. Ну да, снега надо погрызть. Может, ты пойдешь побегаешь? Свое очарование, конечно, в этом есть. Там домик на деревьях, как американцы любят. Я пойду на свое любимое место. Так выглядит озеро. Я думал, что это за следы? Думаю, кошки, что ли, в конце концов. А потом, вчера мы с ним пошли гулять, я услышал то ли лай, то ли скулёж, то ли визг. Оказалось, лиса. Прямо здесь, возле дома, на дачке, хорошо себя чувствует. Ну, когда увидела эту зверюгу, ломанулась. Ой, он за ней, она от него. О, вот это были... гонки. А вот тут я люблю сидеть. Вот я сплю, видите, из этих ивовых прутьев или каких себе окно. И вот тут на лавочке я сажусь и смотрю через это окошко. Можно отдыхать. Сегодня вообще. Рекс, ну хватит жрать лед. Тут уже начали было утки прилетать, но потом что-то они назад улетели, то что оттепели были. Рекс, хватит, ты заболеешь. Рекс, пойдем. Мы с ним пойдем сейчас на площадку. Пойдем. Вот так.
Он так смешно охотится на мышей, когда засовывает морду в снег, а потом на этом месте начинает валяться. О-о-о! Да-да, Рекс, тут там... Ну, тебе-то хорошо, ты прыг и ушел, а я как... Придется как-то в обход. Нормальные герои всегда идут в обход. Оказывается, на тропинку завалило... Слышите, какая тишина? Только зверюга там хрюкает. Вот. Так. Тут у нас живет бобер. Тут, мне кажется, его хатка. В всяком случае, я видел, как отсюда вылазило что-то такое, похоже на маленького бобренка. Вода сейчас чистая, красивая. Вот он начинает поиск мышей. Я это и хотел заснять. И понесся. Ой, Господи, Боже. Да что столько энергии-то. Обожает снег. Не знаю, что его так веселит. Но воистину, что мне пришлось, мы уже с ним гуляли. Мне пришлось пойти отдельно камеру. Потому что это будет хорошее воспоминание о снеге, о погоде. Вот там. Дачи, домики. Рука замерзла. Красотульчик. Давай на твою морду посмотрим. Всю снегу закопал. Рекс. Не дал посмотреть. Ну теперь. Ну красавец, зверюга. Пойдем? На фильм хватит уже. А, ну ты еще не валялся. Ты должен валяться еще. Твоя задача еще поваляться маленько. Вот это рытье мне понравилось. Захотелось запечатлеть. Так. А валяться кто будет? Давай. У меня вообще чудесный покров, замечательный хвостяра, и сам он весь из себя. Красавец. Кто красавец? Рекс. Ты явно он кого-то там увидел. Зрение у него, я вам скажу. Так, сейчас мы посмотрим, кто там. Ну, если взрослый, не страшно, он стал уже привлекать к взрослым. А вот детей он за маленьких собачек держит. А так как они идут сюда,
Это не есть хорошо, надо его брать на поводочек. Стоп! Ну ладно, ребята, пойдем мы. Всего вам доброго. Рекс, скажи пока. Он теперь вот нацелен туда. Поиграть с пенсионерами. Найн. Неужели они сюда пойдут? Идите отсюда. Это наше место. Это из города ходит. Городские. Мы городских здесь не любим. Да, Рекс? Это наша территория. Ну все, дорогие друзья, тогда мы с вами посмотрели на этого красавца, немножко прогулялись. На этом все. Пока.